Как обычно, весь личный состав УМВД с 31 августа по 3 сентября будет приведен на усиленный вариант несения службы. Помогать им будут ЧОП и Росгвардия. Участковые совместно с управляющими компаниями обследуют и опечатают подвалы и чердаки домов, расположенных рядом с юбилейной. ГИБДД обследуют дороги. Машины, припаркованные рядом с площадью, эвакуируют. На местах массовых гуляний будут дежурить 80 сотрудников правопорядка, в том числе кинологи с собаками. С сегодняшнего дня начали проверять владельцев оружия.